Президент Владимир Путин провел сегодня совместное заседание Президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив. Тема – улучшение доступности и качества государственных услуг в образовании, медицине, соцзащите и трудоустройстве. Участие в видеоконференции принял губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Андрей Никитин участвовал в заседании не только как глава рабочей группы Госсовета по направлению социальная политика, но и как руководитель субъекта, где были реализованы пилотные проекты, повышающие доступность и качество госуслуг. Этот комплекс мер был разработан в рамках национальной социальной инициативы по поручению президента страны. Людей не волнуют технические, административные, организационные вопросы. Им важно получить помощь качественно и своевременно. И при этом, чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями. Вот что мы должны сделать. Для разработки механизмов этой инициативы были выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации. Например, запись ребенка в детский сад, получение медпомощи, организация соцобслуживания пожилого человека, поиск работы через службу занятости. Во всех процессах были выявлены проблемные точки и найдены пути исправления ситуации. Новгородская область стала одной из шести стартовых площадок для внедрения проекта. За основу был взят опыт национальной предпринимательской инициативы, при реализации которой было ликвидировано немало бюрократических препон для бизнеса. Пандемия поспособствовала распространению его механизмов и на социальную сферу. Первыми почувствовали позитивные перемены те, кто получает социальное обслуживание на дому. Человеку, который нуждается в помощи, а зачастую это люди, которые не могут встать с кровати, не могут дойти куда-то, он должен был самостоятельно собрать пакеты 6 документов, заполнить 4 бланка и поставить 4 подписи. Люди, которым не всегда есть возможность просто двигаться. Этот процесс занимал в среднем до 20 дней. И как пилотный регион мы смогли эти процессы оптимизировать. Объединили 4 бланка в один. Необходимые документы получаем в электронном виде путем межведомственного взаимодействия. Всю работу по оформлению берет на себя специалист областного учреждения. Значительную часть работы при подготовке мероприятий национальной социальной инициативы взяли на себя эксперты ОСИ. Именно они объездили регион за регионом, встречаясь с людьми и выслушивая их проблемы и вникая в жизненные ситуации, преодолеть которые мешают устаревшие административные барьеры. Вместе с регионами и федеральными министерствами мы подготовили инициативы, в том числе по изменению федерального законодательства, которые помогут реализовать такие планы национальной социальной инициативы на местах, в регионах, и снять барьеры лишние для людей. Они легли в основу дорожной карты национальной социальной инициативы. Владимир Путин по результатам анализа жизненных ситуаций предложил субъектам федерации обмениваться наработанным опытом и эффективными практиками, а правительству подумать о финансировании проектов, о которых шла речь. В 2021 году механизмы национальной социальной инициативы будут реализованы во всех российских регионах.